Доброе утро. Новый день. И снегопад. Посмотрите. С высоких гор. И снежных лавин. Очень снежных. Количество снега, первый раз катаю по такому пухляку, прикольно, ощущение вообще, по подушке какой-то едешь, такой мягенький снежок, вообще классно. Ну а сейчас я поднимаюсь на вершину горы на 2600, сзади поляна верхняя, а спереди горочка вот такая. Вот такой видок тут. Вот такая красота. Смотрите. Смотрите. Внизу там можно рассмотреть домики, дорожки. С той стороны часто сходят лавины. Там даже есть трасса. Вон там видно подъемник. Но она всегда закрыта. Уже лет 10. Сошла когда-то лавина, погибли люди. И больше она не работала никогда, эта трасса. Она так и называется, там какая-то могила. Можно пойти дальше, но я не вижу смысла. Наверх я все равно не заберусь. Класс. Для Димы. Мой душ. Душ. Мой душ. Душ, что такое? Это никто не пожалел. Крылья супчик стоит 9 лев на стейке с курицей, с картошками, там завещение. Очень вкусно, не вкусно. Не пожалеете? Ребрышки очень вкусненькие, 12 лет стоят порции. Не для ценой, имею в виду, но просто самое качество повара офигенно. Заходите.
новоявленный вчерашний. Да. Я с опытом уже. Ну, на хорошую вещь. Посмотрим атмосферу и пойдем гулять. Деньги не стоят. Давайте. Посмотрим? Да. А часы это вкусно. Я кошки прикормить. Идем потом. Все как положено. Есть свободные столики. Только самый, выбирать самый хороший. Баранин готов. Четыре музыканта играют. С какой город? Одесса. Одесса, я за вам, Одесса. Как Дерибасовская там? Еще там стоит? Конечно, на направлении.